Котики мои, всем привет! Хочу вам показать свои тилансии. Чуть-чуть собрала коллекцию. Обожаю их, друзья. Да, друзья, спасибо большое, что посоветовали мне завязать тилансии чулком. Ну, чулок, что это? Ну, колготки женские. Разрезала на тоненькие ленточки и завязала. Вот так вот это смотрится сзади. Вот такие у меня блоки. Это блок сосны, это блок березы. Друзья, беру, иду, бывает, идешь мимо где-нибудь, в пролеске каком-нибудь, в маленьком лесочке. К сожалению, в Москве таких мест мало, но бывает. Здесь часто очень срубают деревья, да, застройка идет. Вот я живу в новом районе Москвы, в коммунарке, и здесь, к сожалению, да, к великой моей печали, срубают деревья и строят дома. Ну, вот так. Но, друзья, я всегда подбираю, поднимаю красивые кусочки дерева, коры. Я даже, бывает, палочки собираю. Куда-нибудь да найду применение. Ну вот, друзья, вот так вот я сделала. Теперь как бы я же не делала долгое время, потому что тилансий не было. И я потихонечку собрала. Вы мне, мои хорошие девчоночки, мои подписчицы, огромное вам спасибо за подарки тилансий. Огромное спасибо. И вот так вот я сделала. Вот это название, вот этой тилансии, я не знаю. Вот это голова медузы. У меня их теперь три. Аж три. Огромное спасибо. Здесь вот две. И на другом блоке еще покажу. Вот это моя старушка. Она была огромная-огромная. Но рассыпала листья. Но осталась жива, слава богу. Вот так они выглядят. Это ксерографика, которую я вот во Флоревилле недавно купила. Показывала вам. Все отлично. Привязала на блок. Вот так они у меня на крючках висят. Вот здесь возле окошечка. Друзья, у меня там скоро цветение. Смотрите. Здесь. И еще, друзья, бомба вот здесь. Но это в следующем видео. Не в сегодняшнем. Я жду. Осталось, знаете что? Осталось вот 5 бутонов открыть. Где он? Вон он. Ну вот здесь. Осталось 5 бутонов. Ждем. Так, слегка покажу. Ладно, видео не о котлеях. Вот эту я тоже во Флоревилле покупала. Недели три назад, наверное. Но я показывала. Вот так вот это смотрится. Сейчас я сниму и вам покажу. Против света неудобно. Это усть невидная. Она жива, но плохо у нее растет. Вот так вот это смотрится, друзья. Раз в неделю замачиваю. Ну, когда полив всех цветочков у меня идет, их тоже в тазик бросаю, поливаю. Ну, не сильно большие, у меня были намного больше, но и не маленькие, вырастут. Вот так вот. Такой вот крючок. Можно, знаете, красивый крючок сделать, но у меня нету, к сожалению, вот такой вот... Кто это? Ой, Злата. Дрели. Дрель, наверное, да? Дырку проделать и повесить крючок. У меня нету дрели, но, может быть, со временем сделаю.
Такая вот красота, друзья. Обожаю Тиланси, друзья, и всем советую. Это что-то с чем-то. Так. Сейчас я повешу. Так, это второй блок. Так, ну ты что крутишься? Еще есть местечко для новых Тиланси. Потихоньку-потихоньку соберу новую коллекцию. Ну что же, это живые существа, друзья. Как мы все живем-живем, а потом уходим. Очень неприхотливый, очень я их люблю. Так. Опа, потом повешу. И у меня еще там вот наверху. Сейчас я сниму и покажу. Вот она висит вон там, вот далеко-далеко. Сейчас. Это уже пробковое дерево, наверное, правильно я называю. Вот такой блок. Это мне девочка Галина подарила. И Тиланси она мне подарила. Вот медузу, голову медузы. Спасибо, дорогая тебе. Вот твои блоки, еще два таких блока у меня есть. Ну вот как раз для Тиланси, как ты и сказала. Вот видите, вот дырочку сделать и под крючок. Да, пробковое дерево, наверное, не знаю. Вот это голова медузы. Вот эту вот штучку я не помню, друзья. Откуда она у меня? Честно, вот это вот я не помню. Надо же, не, правда не помню, не могу вспомнить, откуда это Тиланси. Ну ладно. Вот малышка, она правда маленькая. И вот это вот длинная, длинная, длинная. Тоже во Флоревиль в этот раз купила. Я когда увидела этот размер, друзья, я на вытянутую руку, да, и все равно плохо видно, до конца не видно. Вот такая вот, друзья, штучка. Очень интересно смотрится, смотрите. Это у меня Злата бесится. Утро же пришло. Так что вот так. Всем советую. Штучки очень интересные. Большого ухода не требуют. Раз в неделю замочили в тепленькой водичке. Ну, 20-30 минут. Даже можно меньше. Я меньше замачиваю. И все растет. Вот так вот. Сюда, здесь я бы повесила, сюда, да, ну, вместе, три. Ну, места нету, они огромные, ну, как бы такие широкие, поэтому не могу их совместить. Поэтому туда наверх вешаю. У меня тут чуть-чуть нацвело. Эй! Сейчас, секунду, это у меня... Ваниль растет не по дням, не по часам, а по минутам прям. Просто. Вот что значит, если ты покупаешь взрослое растение. Ну, когда покупаешь малышню, то вон там и выращиваешь ее. Ладно, сейчас поправлю все.
стоим. Очень тоже красивая, блестящая, друзья. Это Злата постаралась. Ну, вот так вот. Все, показала свою красоту. Если будут какие-то изменения, еще, ну, дополнения к моим бревнышкам, композициям, то я вам обязательно буду показывать. Все, всем пока. Люблю вас. До скорых встреч.